21 ноября состоялась онлайн-конференция «Диалог Запад-Восток. Актуальные проблемы современного образования и педагогики». Конференция посвящена теме преподавания и изучения иностранных языков в современном мире, а также попытке объединить международный опыт в этом вопросе. Участниками стали студенты неязыковых специальностей социогуманитарного профиля Казанского федерального университета. Они обсудили вопросы изучения языков со студентами и преподавателями Иракского университета ИШИК. Онлайн-конференция проходит в рамках проекта «Англоязычная среда КФУ». Для казанских студентов это возможность совершенствования своих языковых навыков и получения опыта работы с зарубежными учеными. Артем Тупичкин, Роман Самарин, Универньюз.